человек. Традиционный крестный ход от Знаменского монастыря был отменен. Однако, когда церковнослужители последовали к речному вокзалу освещать воду, народ устремился за ними. Так и случился неофициальный крестный ход. Из-за ограничений купель нынче делать не стали. Построили лишь крещенский городок. А вот чин освещения воды провели, несмотря на все эпидограничения. Стоит отметить, что желающих набрать освященную воду из Иордании в Аби было нынче не так уж и много. Все устремились на Пионерское озеро, где было официально разрешено погружение в прорубь. Кстати, всего в этом году в крае организовано около 40 купелей. Привычка, не знаю, уже лет 8 ходим, купаемся, поднимаем себе заряд бодрости, как бы все хорошо, веселее становится. Будем надеяться, на пользу все равно нам это пойдет. 2007 года купаюсь, всем советую, бодрит, заряд на весь год. Красота, всех праздником, с крещением, с святым. Нам это как бы нормально, ходим в горы снежные, поэтому ледяная вода привычная. Кстати, многие жители Барнаула поделились с нами, что к купанию в ледяной воде, как и советуют врачи, готовятся задолго до крещения. А еще, что важно, подготовиться не только физически. Все же самое главное, все у нас в голове. Вот. Просто освободите свои мысли, освободите свой разум и просто идите купаться с Богом. В переводе с греческого крещение переводится как погружение в воду, еще по примеру Иисуса Христа, который погружался и повторял слова во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ну и после таких мероприятий не забываем первые правила безопасности. Вытираемся насухо и идем греться. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.